Я предлагаю начать с трагедии белок, ребят. Я, короче, нихуя не понял, но опять задонатил. Типа, ничего нового. Я просто зашел уже, да, потестить. Что-то мне какой-то шаман выпал, я нихуя не понял. Все прошли карту, я такой, ебать, там весело тоже. Ну, я играл еще какой-то чел. Я не понял прикола. По-моему, если мне память не изменяет, это жалкая пародия на игру Transformice, которую играли элита. А бичи уже играли они в это, в трагедию белок. Какую-то. То есть, ну, Transformice изначальный отец. Поэтому, насколько я помню, шаман там вроде бы помогает в прохождении. Количество рекламы и кнопок просто охуеть сколько. Я, блядь, что-то подохуел мальца. О, ну у меня какое-то говно доступно, заебись, какое-то задание. Ну, я говорю, я уже монеты какие-то задонатил, поэтому я предлагаю сразу в магаз зайти. Это за 200 рублей я могу быть обдолбанной белкой. Я хотел бы быть фараоном, алло. Хуя прикольно тут. Железным человеком можно побыть. А еще кем? Все за деньги, бля. Ой, Соником можно побыть. Но я же не бомж какой-то. Ну, давайте купим какой-нибудь скин. Я хотел бы, наверное, быть принцессой. Хани лимон какой-то. Но мне хватает. Так, я купил. Значит, я сразу надену. О, нет, вот этой принцессы. Блять, и за эту заплати. Ёпта, иди нахуй. Я 200 рублей уже. О, можно было школьника пикнуть, кстати, с портфелем. Это что такое магия? Бомба-липучка? Гарпун, кекс. О, я знаю, что такое кекс. Кекс это типа в ТикТоке секс так называют. Да-да, я прошаренный. Так, ладно, короче, нажимаю играть. Возьми орех, беги в дупло. Заебись, это в дупло я умею залетать. А, Герман Шаич бежит. Я бегу со всеми, мне похуй. Тут какая-то адская хуйня происходит. Надо орешки собрать, видимо. У нас шаман долбоёб какой-то. Так, ну я в дупло залез. А чё так легко? Стоп, я не понял. А в чем прикол? Я прошел? Ёб, давай, помогай. Я ничего-то не понимаю, как играть тут. Надо орешки собирать. Я собрал орешек. Видите, то в трансформайсе, кстати, можно было от стен отпрыгивать. Вот это самая жопа была. А здесь нельзя, нахуй, ничего делать. В чем смысл тогда? Долбоёб, помоги! Миброс? Чего? Миброс лох. Ну это, кстати, с иглы. Ёбаный шаман, подними нахуй нас, ты ебанутая! О, ебать, прикиньте, фуллскрин сделал, и все норм стало. Поехали! Дупло! Нормально, окей. А есть кастомные карты интересные какие-то? Я не понимаю прикола с шаманами, типа. Какая-то игра говно. Игра говна. Как люди в это играют? Это, типа, наверное, те, у кого GTA-шку не тянет какую-нибудь, условно. Все сидят во флеш-игры дрочат. Ой, я помню свое детство. Флеш-игры для мальчиков. И такое, опа, порно. Порноигры. Ну-ка, что-то у меня камера куда-то туда съехала, блядь, направо. Алло, долбоёбы, у меня батут не прыгает. Не понимаю, говно какое-то, блядь. Мне не нравится эта игра. Шаман вниз вообще улетел. Я не пойму, меня одного эта игра стороной обошла вообще. Я вам так скажу. Да, эротический раздел. Блядь, что за хуйня, алло? Моя белка погибла. Христос воскрес. А я где? А, я внутри. Ебать, лагает-то как? Не, ну парапас с аватарией было повеселее. И мне из этой залупы там панворды и члены будут на экране. Ни совать, ни модеров нет. Да? Мне не нравится эта игра, она говно. А мы во все контрасите, блядь, что это? Я, по-моему, в это играл. Ваш браузер, ну, я тебе ща в рот насру. Рекомендуем. А скачать где, собственно? Как это мой браузер не поддерживает? Я ж специальную игру скачал, ну, браузер скачал. Это что за браузер вообще такой? То? Кто это? Камелон. Нет, до свидания. А это что, блядь, за браузер такой? Это вообще недоступен. Это что? Xiaomi какой-то браузер? Не, ну это понятно, это Explorer. Как в Контру Сити поиграть? Не под... Ну, видимо, не поиграем, блядь, что-нибудь поделать. Бля, в баньке что делать? Нихуя ляля какая. Небо, небо, небо. Что происходит здесь? Да как вы... Фу, тихо. А, в общем, я понял, как тут играть. Тут все какие-то прокачанные, а я себя не вижу. Ебать, это для пенсионеров. Тут какая-то смотрите, ребят, это нормальное? Анатолий. Так, ну это пиздец. Сколько раз ее целованная вообще жесткая, блядь. Вы понимаете, тут какой-то пиздец. Пиздец на экране происходит. А когда на меня бутылка выпадет, я хочу женщину пожилую поцеловать какую-нибудь. Надо что-то задонатить, наверное, себе. Супер девочка, блядь. Смотрите, все женщины, они обдаренные прям просто. Все. Все у всех. Випки, хуипки. Какой-то обклейка жесткая. Они даже для меня старые. Куда ты там? Да ладно тебе.
Сейчас бутылка на меня выпадет, полетим. Не, алло, сейчас я, короче, выпишу, блядь, Анатолию. Папа, привет. Ладно, я не буду это отвечать, потому что пошел нахуй. Так, Сашка, вип, нихуя себе. Поцеловал Оксану. Оксана у нас... Бля, 15 тысяч дизлайков у нее, ебать. Бля, вы посмотрите фотки какие, нихуя себе. Это сколько надо в это играть, чтобы у тебя... Благодарю! Пивасом угостил, все, блядь, ребят. Пивасом угостил, нормально. А что происходит? Кто там? Ну ладно, поцелую. Я не знаю, кто это, фэк какой-то. Меня поцеловали! Охуенно, ребят, а вы думали? Значит, не все потеряно. Меня поцеловала супер милф. Кирилл, иди нахуй отсюда. Ты либо играй, либо иди нахуй отсюда. О, бля, поцеловал кого? Ты чё, маму поцеловал? Кирилл! Опа, Кирюш, ну нормальная хуйня, слышишь? Кирюша маму поцеловал. Ты в губы целуй в следующий раз. Интересно, мама спалилась, что это мое ебало, типа. Ну вот мне по пивасу подарили. Бля, бутылка как-то хуевер. Опа, это я. Кто там мать целую, конечно. Давай, мамань! Так, кого я поцеловал? Ну это еще нормально, кстати, слышите? Хорошо. Давай, целуй, слышишь? Погоди, или не целуй, это моя женщина? Почему никто Кирюшу не целует? Видите, вот на самом деле это фотокарточка с Инстаграма, а вот это фотокарточка в жизни. Поэтому, ну, никто и не целует того, кто в жизни. Так, ребят, Игорь Маменко, Блять! Я не буду анекдоты слушать. В командировке заходит к себе. Домой заходит в спальню, видит совершенно ужасающую картину. Его жена в постели с любовником. Все усложняется еще и... Бля, ну еще одну маму поцелую. Лучший закадычный друг. В состоянии аффекта он бежит на кухню, берет огромный кухонный нож, с разбегу втыкает любовнику в спину, тот падает замертво. Жена ему говорит: «Коля, ты так вообще без друзей останешься». Москва расширяется. Нас хотят к Москве присоединить, москвичами сделать. А я не хочу там жить, не в деревне хорошо. У нас строго. Это в Москве распущено все. Путаны там эти женщины за деньги. У нас их вообще нет. Денег. В Москве бардак. Припарковаться негде, столько машин. Только припаркуются, городские кричат: «Пошел вон, лох деревенский!» Как они узнают, что я из деревни? В общем, сколько не ездил, так и не смог припарковаться на своем комбайне. Бля, ебать, стендапы, пацаны, были на России, а? У нас там воинская часть стоит. Солдаты годами женщин не видят. Бегают по лесу злые, все вооружены до зубов. Я не могу, я анекдоты слушаю. Зашел, за грибом нагнулся. Ранили его. Грибы ненавидит с тех пор. И в лесу не нагибается. В Москве скучно, а у нас рыбалка всегда с рыбой, да? Кручу бутылку, пацаны. О, мама! В Москве бардак. В салонах красоты людям морщины разглаживают за деньги. Я не могу в это играть, слышите, я тупею. Еще чуть-чуть я с этих анекдотов буду как Хесус шутить, я вам так скажу. Что еще можно попробовать здесь? Вова, не целуй мою маму, пожалуйста. Так а что, я буду твоим папой, получается? Что плохого? Вормикс? Все, вот, играть. Ну хоть грузит нормально. Алло, ебать, ультра 4К, что за разрешение такое? Так, хорошо, хочешь пройти обучение? Да нахуй оно мне надо, блядь. Так, куда надо идти? Здесь же куда-то надо зайти по-любому. Пойдем на арену сразу. Разведка, плата за вход. Какая плата? Я почему-то за свинью играю. Так погоди, у меня. Мужик 97 уровня. Как в него ебнуть? Так, как стрелять? Блять! Мимо! Бля, ну он тоже косой, повезло бы мне. Промазал. Жду приказа. Так, смотрите, ща в ебу чему полетит. Так, там человек играет или это бот какой-то? Блять, не допукнул. Это бот? Ебать, мне пиздец тогда, он сейчас попадет. Ай, блять!
Сука, надо его ваншотнуть, слышите? Погоди, у меня. Так, я пошел. У меня коробка выпала. Сейчас я что-нибудь подберу нормальное. Как ебану. Ух, это что за кукан? А, нихуя! Промазал. Командир! Командир контужен, блядь. Промазал. Я сейчас тебя еще в сракой попаду. Это бурилка какая-то или что это? Почему? А почему ход такой странный? Блядь, что делаю? Ты погоди, у меня. Ну это пиздец, с такими темпами, это с ботом играть. Сейчас я его как ебу. Надо заканчивать, надо с людьми пойти играть. Да блядь, да... Мне пизда. А, нет, ну, блядь, какой же он косой, это просто пизда. На! Все, съебался, блядь, туман. Легкая! Следующий бой, пожалуйста. Не, я не хочу! Я капитулируюсь. Как с людьми играть? Поединки. Поединки не открыты, боссы тоже не открыты. А как? 4-й левел надо? А какой у меня сейчас? Ребят, у меня уже что-то есть, у меня бонусы какие-то есть. Так, погодите, сейчас. Так, я какой левел? Обучение пройди. Да нахуя, я не пойму. Я хочу попиздиться с людьми, а у меня, блядь, не дают. Ладно, блядь, награды тут какие-то дают, видимо, опыта больше всего. Надо, блядь, обязательно. Ну-ка. Так, нажмите, чтобы прыгнуть вперед. Прыжок. Прыжок. Да блять! Прыжок. Чё я как лягушка ебаная? Прыжок. Да блять! Прыжок. А, мне стрелять надо, блядь. Что я в ёбыч себе попал. Блять, да... Да что за хуйня, блядь? Жду приказа. Победа! Ну, ребят, это легко. А тут что делать? Командир, прыжок нашел. Бурилка жопная. Цель обнаружена. Нашел. Ну я вроде бы прохожу, погодите. Беда. Я сейчас быстро прокачаюсь, если, наверное. Я уже 2-й левел. Огонь. Это реально ветер тут есть еще. Огонь. Чётенькая. Погодите, не понял. Огонь! Чё за хуйня? А, мне показывает, куда надо стрельнуть. Ну почти, слышите, сейчас. Да блядь! Чё, следующее? Гранату, блядь, надо закинуть. О, сейчас легкое будет с первого раза. Смотрите, пацаны, я научился. А я умею, пацаны, потому что я профессионал своего дела. Конечно, что поставить мину. Огонь. Промазал. Первая кровь. Гений нахуй. 700 хп, это что в него вбивать-то надо? Прыжок. Блять! Мудак ебаный. Я уверен, что это не так было, но в принципе неплохо. То есть я стенку проломил и из-за этого выиграл. Награда... Мне не хватит, мне нужно очень долго играть, я не хочу. Сейчас сидеть, дрочить там, ну его...